Жертва была принесена. Роман из жизни приволжского города. Так назывался роман с продолжением, увидевший свет на страницах самарской газеты «Для всех». И несколько лет подписчики газеты с жадностью следили за хитросплетениями детективного сюжета и поступками героев. Почитаем этот роман, и мы с вами тоже. Поехали! Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».